Господи! Ну? А что, если их всех взять и утопить? Признать сотворение мира ошибкой и концы в воду. Твои соображения? Извините, что я даю советы. Я спрашиваю. Считать сотворение мира ошибкой? Не надо. Наоборот, это же ваше большое достижение. Сотворение мира. А людей утопить надо. Но не всех. Ага. Оставить одного праведника. И начать все сначала. Но только уже под вашим личным наблюдением. А, ну, конечно, конечно. А праведник у нас есть? Вот праведник у нас как раз и нет. Праведник-то у нас нет? Нет. Нет, так надо сделать. Нет, так надо сделать. Слушаюсь. Неси жизнеописание. Будем выбирать достойного. Ну? Растратчик. Развратник. Растлитель. Душегуб. Да что у тебя? Лучше-то никого нет, что ли? Можешь на другой планете поискать. На других планетах нету жизни. Деревня. Да на других планетах-то жизни-то нет, дурачок. Вот и на нашей тоже пусть не будет жизни-то. А, ишь ты какой. Читай дальше. Боюсь, тоже не подойдет, господи. Пьяница. Ну, что ж, пьяница. Среди пьяниц тоже хорошие люди попадаются. Ной. Ну? Винодел. Ну? Дедушка его, Мафусаил. Всей его жизни было 384 801 день, потом умер. Отец Ноя Ламех. Всей его жизни было 284 801 день, потом тоже умер. Да, округляй. День рождения, день смерти считай за один день. Ну, как будто они в командировке были. Лично Ной. Но. Ему на данный момент округляю 180 тысяч дней. Какие о нем сведения? Довольно благоприятные. Под праздник выпивает, но на улице не валяется. Богобоязнен, молчалив, необразован и сер. Необразован и сер. По-моему, подходит. Можно его назначить праведником. Твое мнение? Если я его буду хвалить, вы его забракуете. А если я буду ругать, вы мне не поверите, я воздерживаюсь. Перестраховщик. Но это... Как его найти? Найти невозможно, адрес не указан. Что ты будешь делать, Вадик? Не поможешь? Нет, ничего легче. Он здесь. Я догадывался, что вы на нем становитесь, и пригласил его сюда. От вашего имени, конечно. Скажи, пожалуйста, а? Можно на тебя положиться? А ты исчезни. Но... Люди не должны знать о наших с тобой контактах. А, ну да. Большое спасибо. Давай, зови. Мой. Подожди. Зови. Ной, сын Ламеха, войди ко Господу твоему. И вы здесь, господи! Здравия желаю! Браво! Ной, человек праведный и непорочный.
Так точно. Конец всякой плоти пришел перед лице мое, ибо наполнилась земля злодеяниями. И вот как истреблю я их всех с лица земли. Ой, Господи, что же это будет, а? Слушай, Ной, что я тебе скажу? Построй себе ковчег из дерева гофер. Гофер, ага. Отделение сделай в ковчеге. Осмоли его смолою внутри и снаружи. И снаружи. Сделай его так. Длина его будет 300 локтей. 300 локтей? Ширина 50 локтей. 50 локтей. Высота 30 локтей. 30 локтей. А чьих локтей? Да ты, моих или ваших? Ты меня не перебивай. Это потом, в рабочем порядке. В рабочем порядке. Ага. Вот, что у меня здесь сказано. Ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде семь. Вроде семь. Сем. Сем. Нет, вроде семь. Семь. И всякого скота чистого возьми по семи. Ага. Мужского пола и женского пола. И женского. Что-то много получается. Семью семь, 59. Да, 49, господи. Ах, 49, ну тогда ничего. И из скота нечистого по два мужского и женского пола. И женского пола. Ибо через 7 дней... Я начну изливать дождь на землю 40 дней, 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал. Ой, ой, а семья моя? Какая семья? А, жена моя, старуха моя. Старуха твоя остается с тобой в ковчеге. В ковчеге? А сыновья мои? Какие сыновья? У него 3 сына, Сим, Хам и Афет. Ты что мне раньше не сказал? Да я не успел, господи. Считал несущественным. Сыновья остаются женами. А может их утопить? Люди должны плодиться, размножаться. А старухи-то? А старухи-то какое размножение? Сыновья остаются с женами. А, они еще не женаты, господи. А... Женить, подобрать достойных. Всех троих? Всех троих. Иофету только 7 лет, господи. Ну, подобрать 6-летнюю. Пусть будет на год помоложе. Ну, действуйте, готовьтесь, стройте, плывите, человечество. Для того, чтобы тебе жилось как следует, тебя надо сперва утопить.